Всем привет! Хочу немного поделиться своими впечатлениями о своей новой покупке Маврик. Почему я его Мавриком постоянно называю? Mavic Pro. И, ну, я не буду там проводить распаковку мнимую, потому что это вы все можете найти на интернете в количестве 200 хуярдов. Вот. Притом, что я еще не люблю распаковывать все. Я всегда, получается, как-то быстро все распаковывать, типа, достаешь вот так вот все нахуй. Вот, и быстрее самое главное доставать. То есть, получается, вот здесь есть такой контроллер, как мне кажется, удобный. Две антенны выдвигаются, в такой вот позиции они должны находиться, когда вы летаете. Вот, ну, естественно, я сразу же залез на ютубчик, посмотреть, как с этим дерьмом управляться, потому что у меня никогда не было опыта вообще ни с какими квадрокоптерами. Оказалось, все довольно-таки легко. Первое, что я сделал, я пошел, зарегистрировался на веб-сайт КФА, получил, так сказать, лицензию на полеты с дроном. Да, где прошел 10 вопросов дебильных. Не будете ли вы засовывать себе дрон в задницу? Не будете ли пытаться направить его в самолет и так далее? Не, на самом деле там не такие дебильные вопросы были, но очень легкие, простые вопросы. Нельзя залетать выше 400 футов и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, там, где я живу, оказалось, что я, в принципе, нахожусь... Я подозревал, что я нахожусь в классе Дельта, в воздушном пространстве. Вот, поэтому мне вот у себя дома я не могу запускать со двора своего выше деревьев, по крайней мере. Поэтому я поехал в такой парк недалеко, буквально 5 минут от моего дома, и там сегодня позапускал. Тут есть один еще такой моментик. Прежде чем его запускать, нужно снять вот этот колпачок. И тут еще один маленький колпачок есть. И тогда оно просто расчехляет камеру, и камера свободна теперь. Вот, то есть перед каждым полетом я вот это вот снимаю дело. Не take off.